Битцевский парк. Та же поляна. Теперь уже будет кисломолочный перекус. Йогурт у нас, манго, семена чиа. Ну и вот такая вот новинка. Пирожная картошка. И еще один сырок. С темным шоколадом. Ну, не та, конечно, картошка, которая была раньше. Вообще не похожа на пирожная картошка. Скорее такой сырный продукт какой-то. Ну и, собственно говоря, сырок творожный с какао. Таким же темным шоколадом. Ну и по вкусу тоже самое. Прям один в один картошка. Ну, это не удивительно, ведь цена у них тоже была одинаковая. Все это удовольствие, весь этот перекус обошелся почти 100 рублей. Один сырок и одна картошка по 29,90. Ну, и 35 рублей, по-моему, йогурт. Так что как-то так. Можно было, конечно, с печенькой. Это вышло бы еще дешевле, потому что там продаются очень вкусные, классные печенюхи. Вернее, бисквитные пироженки. Но их очень любит Кира. Ну и еще гематоген. Чтобы всегда был в сумке. Вот такие вот батончики с белым шоколадом. Снизу прослойка белого шоколада. Ну и внутри. Все бы ничего, если бы люди приходили в лес не только на пикник, а так некоторые особи приходят для того, чтобы, ну, в общем, короче, тем, у которых нет места, где, вот и выбирают люди Битцевский парк рядом с метро Беляева. Осень. Скоро листья будут все на земле.
потом зима, снег, и сюда придут лыжники. Ну а пока всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.